твоя новая мачеха. Привет, сладкий пирожок. Я сама открою. А ты что здесь делаешь? Вообще-то сегодня мой день. Ладно. Ура, мамочка пришла. Смотри, что я тебе принесла. Вау, это мой новый дом. Спасибо, я всегда мечтала о собаке. Ну уж нет. В этом доме запрещены собаки. Что происходит? Папа, смотри! Оу, какая милашка! Ты ведь не позволишь ее оставить? Мне пора на работу. Ура, ты остаешься с нами. Не бывать этому. Такая забавная. А как тебя зовут? У меня еще нет имени. Ребята, скорее пишите в комментариях, как мне назвать мою новую подругу. Кажется, я уже хочу спать. Совсем не подумала. Ей ведь нужно свое место. Вот, попробуй. Выглядит довольно удобно. Не так быстро. На этом я собираюсь спать. Но ведь это место для нашей собачки. Это моя подушка. Она наша? Нет, моя. Давай, мамочка, не хочу спать на полу. Отдай сюда. Не переживай, мы придумаем что-то еще. Думаю, и это сойдет. Это мне тоже нужно для сна. И не вздумайте меня будить. Нужно срочно что-то придумать. Эх, ладно, прилягу пока здесь. Кажется, я знаю, что делать. Она же может проснуться. Нам нужны эти ножки, поняла? Получается, нужны инструменты. Я сейчас. Вот. Спасибо, малышка. Это вот так. И это вот так. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь давай вместе. Чего-то не хватает. А это отличная идея. Только тихо. О нет, она сейчас проснется. Пронесло. Давайте торопиться. Раз, два и готово. Очень уютно, спасибо. Мне кажется, мы что-то забыли. Так должно быть получше. Вкуснятина, мне нравится. Ура! Вы пожалеете, что прервали мой сон. Я избавлюсь от нее. Это все не то. Нет, это тоже не подходит. О, да. Это гениально. Ну, наконец-то. Ваш заказ? Ну, сейчас вы у меня попляшете. Я избавлюсь от нее. Одну вот тут. Парочку вот здесь. Думаю, этого будет достаточно. Что это здесь такое? Что случилось? Посмотрите, что наделала ваша собака. Но это не я, клянусь. Сейчас мы это проверим. Я знала, что это не ты.
Но вообще мне и правда нужно в туалет. Точно. Мы совсем забыли с тобой погулять. Какая странная. Принесла? Кто объект? Понял. Давай, малышка, давай. Лови. Здорово, спасибо, что взяли меня на прогулку. Смотрите, что там. Где? Что это? Пахнет вкусно. Где еда? Ну, здравствуй, дорогуша. Ой-ой. Попалась. Помогите, спасите. Мамочка, он крадет мою собаку. Это собака моей дочери. Вот уж не думаю. Ребята, нам нужны ваши лайки, чтобы победить отловщика и спасти нашу собаку. Ну что там? Ребята, этого мало, нужны еще лайки. Я так долго не выдержу. Друзья, а еще чуть-чуть. Ура, мы победили! Ты в порядке, солнышко? Да, спасибо большое. Я на это не подписывался. На этот раз я точно от нее избавлюсь. Парочку здесь. И еще парочку вот тут. Спасибо, что погуляли со мной. Конечно, малышка. Посмотрите, что она опять натворила. Это неприемлемо в моем доме. Я не понимаю, как так вышло. Этой грязнули место на улице? Нет, только не на улицу, пожалуйста. Не нужно на улицу. Это легко исправить. Это даже весело. Ну ничего, это еще не конец. Посмотрим, что вы скажете на это. Вот так, вот так. Здорово. Что случилось? Моя любимая футболка испорчена. Простите, я не хотела. Не волнуйся, сейчас твоя футболка станет еще красивей. Время творить. Немного искусства, и все можно исправить. Как красиво! Спасибо, мамочка. Последний штрих и готово. Супер! Настоящий талант! Сейчас кое-что смастерим. Осталось только закрепить. И теперь наполнение. Вперед, малышка! Я с удовольствием. Вот и все, проблема решена. Это невероятно! Спасибо, мамочка, ты самая лучшая. Вот черт. Хлопья для тебя, дорогая. Спасибо, мамочка. И вкусняшка для тебя, малышка. Благодарю. Немного шерсти к завтраку вам не повредит. Приятного аппетита. Боже, что это? Боже, сколько шерсти от вашей псины. О какой шерсти идет речь? Извините. Ничего, мы все уберем, правда, мамочка? Разумеется. Пора за работу. Получай. Получай. Получай.
Надеюсь, мама не слишком беспокоится. Не переживай. Тебя просто нужно хорошенько расчесать. Готова к водным процедурам? Да, давайте попробуем. Начнем водные процедуры. Да что же мне сделать, чтобы вы ее выгнали? Ну вот, и не стоило переживать. Это просто замечательно. Дорогой, у меня аллергия. Да, дорогая. Так, я за хлебом. Ну, я с вами разберусь. Она здесь совсем не вписывается. Это можно легко исправить. Это чудесная идея. Вот так гораздо лучше. Это ко мне. С дороги. Мамочка! А ты что здесь забыла? Вообще-то сегодня день матери. Только не шумите мне тут. Я жду важного гостя. Хочешь сегодня заняться, дорогая? В школе мне задали нарисовать картину. У меня совсем нет идей. Мы с Нютиком тебе поможем. Конечно. У меня есть прекрасная идея. Теперь самое интересное. Наш выход, маэстро. Штришок тут, штришок здесь. Ням-ням, обожаю искусство. Чем это они там занимаются? Это восхитительно. Ты наш гений. Что вы, я только учусь. Это точно ко мне. А где мой пиджак? Ах ты маленький. Секунду, секунду. Я пришел купить картину, как и договаривались. Ах да, вот мой шедевр. Это непревзойденно. Покупаю. Это же рисунок для школы. Мы еще нарисуем. Нарисуем. А сколько косточек можно купить на эти деньги? Я этого просто так не оставлю. Теперь вкусняшек у тебя предостаточно. Может, ты еще что-то хочешь? Я даже не знаю. Точно. Мы купим тебе домик. Я знаю, какой тебе понравится. Будет вам домик. Так быстро? Мой домик. Ваш заказ. Это не то, что мы заказывали. Ничего не знаю. Я только доставляю. Я не таким себе его представлял. Эй. Ваш домик. Именно о таком я и мечтал.
нас уже не осталось денег. Не будет у вас никакого домика. Ребята, если это видео наберет 50 тысяч лайков, я оставлю домик Ньютику. Этого мало. Нет, пожалуйста, у меня никогда не было такого домика. Ставьте еще лайки. Еще чуть-чуть лайков, и у нашего Ньютика будет домик. Совсем другое дело. Мы рады видеть тебя счастливым, малыш. Рано радуетесь. Я избавлюсь от этой собаки. Это подойдет. Это отличный план. Посмотрите, что сделала ваша собака. Что случилось? Он задрал эту кофту. Я этого не делал. Если вы видели, кто это сделал, напишите в комментариях. Напишите, что это был не я. Ему, наверное, нужно подстричь коготки. Готово. Спасибо за работу. Ну а как же кофта? Наверное, она была твоей любимой. Она вообще-то не моя. Чья же тогда? Может, твоя? Пойду ее выброшу. Погоди, мы можем сделать кое-что интересное. А что это будет? Сейчас увидишь. А мне идет этот цвет. Получился отличный свитерок. Мама, ты просто волшебница. Ньютик, смотри, мячик. Моя любимая кружка. Простите, я не хотел. Вот видите, от него одни разрушения. Не волнуйся, милая. Я сделаю из этого кое-что прекрасное. А теперь самое главное. Это так красиво! Вы не сердитесь на меня? Конечно же нет, малыш. Здесь он отлично смотрится. Это невыносимо. Подвиньтесь. Что у нас тут вкусненькое? Это был мой попкорн. Вот, возьми мой. Как некультурно. Почему люди просто не могут быть добрее? Дай сюда. Какой же Ньютик милашка. Интересно, о чем он думает? Какая гадость. Это недопустимо. Его просто нужно немного причесать. Его шерсть больше не будет тебя беспокоить. А с этим что делать? Кажется, я придумала. А это чудесная идея. Теперь глазки. Получился мини-Ньютик. На меня совсем не похож. Шерсть – это еще не самая большая проблема. У меня даже аппетит пропал. Мы ведь еще не гуляли с Ньютиком сегодня. Так чего же мы ждем?
Что-то у меня нет настроения на прогулку. Нужно что-то придумать. Не волнуйся, мы не будем смотреть. Ну, он же девчачий. И добавим немного украшений. Так-то лучше. Отличная работа. Пришло время развлечений. Пика, Пика! Можно с вами поиграть? В этом доме есть собаки. Да, Нютик. Мне нужно срочно его проверить. А что случилось? В городе свирепствует ужасный вирус. Да-да, проверьте, конечно. У вас знакомое лицо. А теперь маленький укольчик. Нет, только не уколы. По-моему, все симптомы налицо. Берегите его. И все-таки я вас где-то видел. Мачеха, это опять ты. Да я просто пошутила. Это совсем не смешно. Алло? Да-да, я уже иду. Хорошо, что с тобой все нормально. Этому здесь не место. Давайте поиграем в твистер. Конечно, солнышко. И я с вами. Зеленый и синий. Желтый и красный. Красный и синий. Эта игра проще простого. И я с вами поиграю. Нютик, твоя очередь. Где же он? О, нашел! Нютик, крути. Нютик? Мамочка, где же он? Где же наш Нютик? Его там нет. Лучше не шути со мной. Я выиграл! Конечно, малыш. Ты чемпион игры в твистер. Кажется, я проголодалась. Пойдем, я что-нибудь приготовлю. На этот раз я точно от тебя избавлюсь. Пойдем прогуляемся. Берите песика. Берите песика. Какой милашка. У вас такие теплые руки. Да-да, забирайте. Я буду любить тебя больше всех на свете. Она выгнала моего Нютика. Что? Я ничего не знаю. Мы купим тебе новую собаку. Это все из-за тебя. Я здесь ни при чем. Бай-бай. Привет. У меня для тебя подарок. Ура, собачка! Я всегда мечтала о собачке.
Мы вернулись. Да, вернулись. Это что такое? Смотри, мамочка подарила мне собаку. Не бывать этому. Не бывать. Не бывать. О нет, что же нам делать? Не переживай, мы все уладим. Ты здесь ненадолго. Детективная доска! Я избавлюсь от тебя, уж поверь. Да, избавлюсь. А как тебя зовут? Меня всегда называли дворняшка. Так не должно быть. Ребята, пишите в комментариях, как назвать этого малыша. Я знаю, как его развеселить. Никуда не уходи. Мы сделаем ему собственный домик. Здорово. А какой домик ты хочешь? Не знаю. Я всегда жил на улице. Я знаю, что делать. Как же избавиться от этой дворняги? Шкаф! Чтобы вы... Отличный выбор. Я тебе покажу. И что ты тут забыла? Что тебе нужно? Смотри. Что там? Я ничего не вижу. Ладно. Ура! Получилось! Ну, вы за это заплатите. Пожалуй, поторопимся. Пространство освободили. Идем дальше. Место готово. Но тут так мрачновато. Я сейчас вернусь. Достала. Ты невероятна. Мамочка, я тоже хочу. Конечно, держи. Прирожденные мастера. Не хочу, чтобы ты испугался темноты. Хоть бы заработала. Вали? Ура, ура, здорово! Но где же я буду спать? Сейчас. Позволь-ка. Спасибо. Есть. Прошу, располагайся. Очень удобно. Спасибо большое. Мы совсем забыли его покормить. Сейчас исправим. Раз, два, и готово. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо большое. О, чуть не забыла. Пару фото на память.
Они украли мою подушку. Мой комод. Больше ты у меня ничего не украдешь. Нам нужен новый план. Я сказала, нужен новый план. Что это за вонь? А вот и повод от него избавиться. От этой псины воняет. Ей не место в этом доме. Нет, пожалуйста, мачеха, мы ее отмоем. Ладно, но у вас полчаса. Время пошло. Как же нам успеть? Не бойся, мы все успеем. Итак, начнем водные процедуры. Для начала избавимся от лишней шерсти. Ого, сколько скопилось! Но это уже перебор. Готовь пушку. Осталось недолго. А теперь избавимся от этого запаха изо рта. Ну, как ощущения? Стало намного лучше. Спасибо. Ну и напоследок. Ой-ой. Ну вот, время и вышло. Нет. Ты не пройдешь. Только не это. Ребята, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы мачеха не навредила собаке. Ну уже. Ну что там? Да, но этого недостаточно. Ребята, еще чуть-чуть. Пойдем отсюда. Ты в порядке? Да, спасибо. А пойдемте гулять? Да, нам нужно отвлечься от всего этого. Нет сил уже это терпеть. Я сделаю так, что они сами от нее избавятся. Я так повеселилась. Спасибо вам большое. Посмотрим, что вы скажете на это. Что ты делаешь? Ну так ведь грязно. Дай сюда. Посмотрите, что сделала ваша псина. Ему тут не место. Вон отсюда. Я не знаю, как так вышло, извините. Не переживай, это поправимо. Это ведь так весело. Ну вот, идеальная чистота. Ах так? Ну ладно. И помоги мне разобраться в этом телефоне. Конечно, давай. Вот так, вот так. О, спасибо. Дальше я сама. О, нет. Что это? Извини, я даже не помню, как так получилось. Что случилось, дорогая? Моя любимая футболка. Теперь они точно ее выкинут. Не расстраивайся, сейчас все сделаем. Смотри и повторяй за мной. Я всегда любила творчество. Здорово.
Одна рука здесь, и другая вот здесь. Какая красота! Теперь тут отпечатки всей семьи. Спасибо, мамочка. А чтобы больше такого не было, вот. Сейчас мы все почистим. Ты позволишь? Ну, конечно. Ну вот, и никаких проблем. Красотища! Проклятье! Пойдем уже. А это вот сюда. Ну как тебе? Не знаю, как-то скучно. А если вот так? Нет, все равно не то. Есть одна мысль. Устроим вечеринку. Ура! Да начнется праздник! Что тут происходит? Эй, соберись! Девчонка на тебе, а собака моя. И ради всего святого переоденься. Ладно. Эй, смотрите, там Леди Баг. Где? О, вкусняшки. О, еще вкусняшки. Ну вот ты и попался. О, нет. Все, отстань, никого там нет. Мамочка, а где собака? Не знаю. Ну что? Все готово. Вечеринка окончена. Да где же он? А теперь финальный раунд. Эй, кто выключил свет? Мачеха, это ты? Я тебя не боюсь. Кто здесь? Уходи, уходи. Тебе и твоей собаке здесь не место. Выходи и бейся. Вот это мы молодцы, дай 5. Не знаю, мне как-то не по себе. Но ведь мы от них избавились. Не мы, а ты. Ты злая. Я от тебя ухожу. Ну и куда же ты пойдешь? У меня новый дом. Теперь я сама мачеха. Где же она? Принес? Кто объект? Их салон нужно закрыть. Времени совсем мало, а у нас всего доллар. Мою собаку нужно привести в порядок. Сделайте красиво и получите деньги. И как нам тебя назвать? Хозяйка не дала мне имени. Пишите в комментариях, как назвать эту милашку. Пойдем, малышка. Мы должны успеть. Приступим. Чистые лапы прежде всего. Готово? Супер, мне нравится. Это хорошо, но еще рано радоваться. Как ощущения? Стало гораздо легче, спасибо.
не могу отпустить тебя с таким запахом. У тебя есть что-то от запаха изо рта? Сейчас посмотрю. Это сойдет? Ладно, лучше сама поищу. То, что нужно. Я нашла. Я все. Остался последний штрих. Какой? Тебе нужен красивый наряд. Бензи! Что надо? Как ты тут оказалась? Нам нужен наряд для собаки. Замечательно. Какой тебе нравится больше? Я не знаю. Придумала. Может, твой стиль ей подойдет? Ну, я не уверена. Ну ладно, я поищу еще. Вкусняшки. Давай, давай, красавица. Ко мне. Кажется, я нашла. Ты где, малышка? Ты не видела собаку? Ты что, потеряла собаку? Времени в обрез. Скорей на поиски. Ну вот мы и одни, собачка. Зачем ты это делаешь? Их салон должен закрыться. Я готова забирать свою собаку. Ее нет. Как это нет? Я сейчас такой скандал устрою! Прошу, не надо! Прости, дорогуша, но это необходимо. Вот ты где, а я везде тебя ищу. Спасибо вам, что нашли ее. Я так рада, что с тобой все в порядке. Ну все, я этого так не оставлю. Я нашла ее! А что ты делаешь? Ничего. Извините, вот ваша собака. Что это такое? Я отказываюсь платить. Супер. Но этого все еще мало. Нужно преобразить домик для моей крысы. Это у них точно не выйдет. Ладно, мы займемся. Жду с нетерпением. Одна я не успею. Ты мне поможешь? Ладно, давай. Нужны инструменты. Супер. Но я никогда этого не делала. Не переживай, я этим займусь. Ладно. Не знала, что ты так умеешь. Это еще цветочки. Ну и напоследок. Добро пожаловать в новый дом. Спасибо, ты лучшая. Давай скорее пробуем, дружок. Странно, почему она ничего не делает? Я придумала. Попробуем так. Вперед, малыш.
не сделали это. Я так и знала, что вы не справитесь. Это что? Пожалуйста, забирайте. Спасибо. Сейчас. И не забудьте своего питомца. Хорошо, но мы можем не успеть. Ну что? Это невозможно! Они великолепны! Великолепны! Вот, это должно помочь. Это гениально! Гениально! Помогите, прошу вас! Что случилось? Моего кролика нужно отмыть и вычесать. Срочно! Конечно, мы займемся этим. Ну что, наведем красоту? Я с удовольствием. О! И что бы я без тебя делала? Сейчас мы тебя почистим. Вот я и у цели. Посмотрим, как вы теперь справитесь. Ну вот и все. Но чего-то не хватает. Попробуй это. Спасибо. Вот теперь другое дело. Ну, как там мой пушистик? Вот, мы закончили. О, мой сладкий. Спасибо большое. Хорошего дня, пока. Вау! Этого должно хватить. Где банка? Так и знал, что вы не справитесь. Нет, умоляю, вот, возьмите. Этого недостаточно. Я закрываю ваш салон. Прошу вас, я найду вора и все верну. Наконец-то. Теперь их салон точно закроют. Ну, кто же мог украсть деньги? Вы не видели тут банку с деньгами? Ах, ладно, извините.